согласно закону, согласно АППК, общественные публичные слушания должны проводиться в открытом формате. А у всех желающих должен быть доступ попасть туда. Однако место проведения не позволяло в полной мере принять участие гражданам, которые заинтересованы были присутствовать и выявить свою позицию. И вот здесь в зале есть ребята, да, которые не смогли попасть. Пришли, их не запустили. Вот вы же подошли только что, сказали. Подошли, а ребята сняли на видео. Их не запустили. Да? Как можно проводить публичные слушания в таком формате за высокими заборами олигархов? И для меня было оскорбительно, что рабочая комиссия туда уже выезжала 2 недели назад, и вот снова они оглашают свое решение в том самом месте, где на самом деле являются главные бенефициары. Да? Это говорит о том, что они открыто просто лоббируют интересы вот этих самых автосборщиков. А во-вторых, на общественных слушаниях должны выноситься на обсуждение итоги изысканий и проект решения. Однако без общественности и экспертов это невозможно. Проект решения никто не предоставил. Ни одно наше предложение в итоге не было принято. Министр промышленности на заседаниях ни разу не появился. Вот они говорят, Макаев не пришел. Хорошо, а где министр Шалопаев? Он ни разу, ни на одном заседании не появился. Мы ему задавали вопросы. Мы хотели задать ему вопросы, которые я сейчас вам озвучу, на которые он до сих пор и вообще правительство не могут нам ответить и очень боятся нам отвечать. Знаете, прятаться за высокими заборами Лаврентьева и Смогулова — это, конечно, не решение вопроса, потому что этот вопрос по утюгсбору, он этим самым никак не снимется и не снимается. Во-вторых, я хочу отчитаться вот перед всеми казахстанцами, которые подписали нашу петицию, свыше 50 тысяч казахстанцев и еще сотни тысяч, кто нас поддерживает. Что было сделано движением «Нет утюгсбора» за эти 40 рабочих дней? Мы, как авторы петиции, направили все ранее изложенные изыскания с анализом и итогами осмотра производства в виде экспертного заключения к итогам рассмотрения комиссии. Вот это экспертное заключение, да, с которым можете ознакомиться, мы готовы скинуть каждому, у кого имеется интерес. Кроме того, вместе с заключением мы отправили приложение в виде развернутого аналитического документа по злоупотреблениям в области промышленной сборки ИРО. Вот справка по злоупотреблениям, полностью и целиком аналитический документ с данными, хотя сегодня говорят, что мы не предоставили, вице-министр промышленности Сапарбек сказал, мы все предоставили. У меня имеются вот скриншоты, я подготовил скриншоты с ЕОТНЫШ о том, что во все министерства, во все ведомства, которых это касается, мы предоставляли на протяжении этого месяца. Вот справка по злоупотреблению в сфере сборки. Кроме того, 9 июля мы направили проект решения по петиции. Вот тот самый проект решения, который нам так и не предоставили. Министерство промышленности должно было с нами обсудить проект решения. Сегодня они его не показали. Проект решения рабочей комиссии на основании вот всех заключений отраслевых экспертов и ассоциаций мы подготовили, уже готовый, в котором мы указали, в связи с чем и почему ставки утильсбора должны быть снижены до 150 тысяч за легковой автомобиль, а также ставки должны быть ноль на сельхозтехнику и спецтранспорт. Да? Вот, пожалуйста, проект решения мы подготовили и предложили еще целых 25 решений. 25 вариантов решений данной проблемы. Да, какие-то могут быть не приняты, какие-то могут показаться, может быть, не совсем подходящими. Но, тем не менее, это вариация из 25 возможных решений данной проблемы. Правительство не предоставило сегодня ни одно из решений. Понимаете? Ни один вариант не предоставили. Просто тупо отказали. Если бы они хотя бы сказали, вот мы выработали 5 вариантов решений, мы все обсуждали эти 5 вариантов решений и приняли отказать, тогда бы окей. Но у них нет ни одного решения. Пожалуйста. Я как автор петиции с самого начала довел свои материалы, внес официальное предложение. Вы знаете, мы выезжали в Костанай, мы выезжали в Кокшетау. КамАЗ-инженеры нас не запустили с телефонами, окей, поэтому мы не поехали дальше в ВКО. Не было смысла кататься по этим автосборочным предприятиям, потому что мы хотели
и ждали от рабочей группы и от министерства вот такой аналитической работы, по итогам которой вообще-то должен быть экономический анализ, методология, ставки, учебный сбор, чего правительству не было сделано. И когда они говорят, что ничего не получали, наверное, нужно вот, ну, еще раз эти все скриншоты предоставить. Имеются у нас все документальные подтверждения ценам, сравнительные ценовые анализы, имеются ссылки на все ресурсы, приведена статистика. Там, где сегодня озвучили, что статистика была устаревшая, пятилетней давности, конечно, мы же приводили пример, что вот в 2019 году сельхозтехника стоила столько-то, и в 2024 году она вот стоит столько-то. Конечно, мы приведем пятилетней давности, потому что нам нужно подтвердить, что это действительно были такие цены. И, конечно, мы приведем статистику 2015 года, потому что нам нужно посмотреть до и после. Да? Поэтому такие манипулятивные сегодня были высказывания со стороны вот участников, где в основном на 90% это были лоббисты со стороны автопрома и зависимые от этой ситуации чиновники. Значит, что должно было сделать правительство согласно закону, согласно ППК? Давайте вот вернемся к этому вопросу. В соответствии с законом, при рассмотрении петиции, центральный государственный орган, в данном случае Министерство промышленности, обязано было осуществлять выезд на место. С момента рассмотрения петиции мы им сказали, давайте выезжать на место не в автопром, а на заводы по утилизации. Это же логично. Вопрос утилизбора мы там не ставим вопрос касательно автопрома. Вот текст петиции, я его распечатал, если кто хочет, вот еще раз прочитать. Мы вообще не ставим вопрос по автопрому как таковому. Да? Мы говорим, нет утилизации, покажите нам заводы по утилизации, за что платят казахстанцы. В итоге ни разу они не поехали на завод по утилизации. Находясь в Костанае, там от места проведения рабочего заседания ехать 10 минут до завода, единственного завода в Казахстане по утилизации сельхозтехники, и они туда не поехали. Странная логика. Мы просили их выехать в регионы наиболее резкого устаревания автомобилей, это западные регионы, откуда часто записывают видео. Это логично, давайте поедем в Актобе, давайте поедем в Актау. Вы объясните людям там. Не надо, вы, конечно, спрятались у себя на заводах Лаврентьева, Смогулова, вы где-то там спрятались в правительственных кабинетах и оттуда пытаетесь вещать. С народом нужно разговаривать в лицо. Приезжайте туда в регионы, давайте туда вместе поедем, и вы объясните. И мы посмотрим, как вас поймут. Они побоялись, не поехали. В итоге этот пункт не выполнен. Второй пункт. Проводить публичное обсуждение проекта решения. Сделано? Нет, не выполнено. Даже сегодня не был публичный формат. То, что они сделали онлайн-трансляцию в YouTube и отключили комментарии, да, ну это было прям глупо. Потому что это о чем говорит? О том, что они даже боятся получить обратную связь от общества. Создавать рабочую группу с включением состава представителей госорганов, депутатов, парламента, заявителя. Да, создали рабочую группу, с нами не согласовали. Не всех членов нашей рабочей комиссии приняли, которых мы предлагали. Было 35 депутатов мажилиса, которые делали запросы в правительство и выступали против утилизбора. Но ни одного из 35 депутатов вот этих мажилиса и сената они не включили в рабочую комиссию, зная, что будет перевес на нашей стороне. Четвертый пункт. Минпром обязан был анализировать поступившие к петиции комментарии, а также экономическую, социологическую, статистическую и иную необходимую информацию. Тоже не выполнено. Пятое. Изучить международный опыт и проводить сравнительно-правовой анализ. Не выполнено. Пункт 6. В статье 90 АППК сказано, что первый руководитель госоргана принимает решение по петиции, то есть Шарлопаев. Он же, согласно данной статье, обязан выступить с обращением по итогам рассмотрения петиции, чего он не сделал и ни разу не приезжал на заседание. Вот часть ключевых обязанностей Министерства промышленности по рассмотрению петиций, и ни один пункт не был выполнен. Вот как мы можем принять работу правительства и этой рабочей группы вот на протяжении вот этого времени? Да? И сегодняшнее заседание мы также не принимаем. Это нарушает закон, это нарушает АППК. Поэтому мы требуем заново провести общественные слушания вот в публичном формате, чтобы это было на нейтральной территории, чтобы каждый желающий мог туда попасть. И тогда и пусть выступит сам министр промышленности Шарлопаев с одной стороны, я как автор петиции с другой стороны, мы сколько раз об этом говорили и просили. Его до сих пор нет, он боится, и вот они хотят вот таким вот образом сейчас закрыть вопрос, с чем мы не согласны. А я объясню, почему Шарлопаев не приходит.
он боится главного вопроса. А главный вопрос звучит очень просто. Где деньги казахстанцев? И почему казахстанцы должны со своего кармана дотировать частный автопром? И это вот эти два вопроса, на которые до сих пор правительство не может ответить, и Шарапаев нас избегает только вот, чтобы не услышать вот эти вопросы. А я объясню. С казахстанцев собрали 1,1 триллиона тенге. Субсидии в виде освобождения от налогов, автопрома и предоставления льготных займов составляют уже около 1,5 триллиона тенге. Итого 2,5 триллиона тенге. Что можно было сделать на эти деньги? Учитывая, что строительство одного ТЭЦ обходится в 250 миллиардов тенге, вот согласно официальной информации, можно было построить 10 новых ТЭЦ и решить вопросы вообще с устареванием ТЭЦ во всех городах, которые у нас замерзали. В Актау не хватает воды. Есть вот оповестительный завод, который не мог никак достроить, стоимость его 20 миллиардов тенге. На эти деньги можно было построить 135 заводов. Хотя для Актау нужно всего лишь 3 таких завода, можно было 135 заводов таких построить. Если поделить 2,7 триллиона тенге на 17 областей, это 160 миллиардов тенге на каждую область. Это возможность решения всех проблем в областях, будь это водоснабжение, инфраструктурные какие-то проекты. И можно было на 160 миллиардов в каждой области построить по 5 крупных заводов, в каждом из которых работали бы по 500 человек. Это 2500 реальных рабочих мест в каждой области. Если умножить на 17 регионов, это 40 тысяч рабочих мест. Согласитесь, это намного больше, чем 5900 рабочих мест в автопроме, которые нам всегда ставят в укор, что вот, что вы против имеете, наши казахстанцы останутся без работы. И главное, куда делись эти деньги? Вот заводки полного цикла начали строить в Костанае. Объем инвестиций 250 миллионов долларов США. Получается, что на 2,7 триллиона тенге можно было построить 22 таких завода полного цикла в Казахстане. А где заводы? Новые заводы, автозаводы вы не построили. Заводы по утилизации правительства не построило. Куда делись эти деньги? Они же не могли испариться. И вот это и есть главный вопрос. Вы отчитайтесь, правительство. Мы вас с первого дня рабочей группы просим отчитаться. Куда делись деньги? И почему те субсидии и выплаченные с утилизбора деньги автопрому, они несоразмерно больше, нежели мы бы увидели хоть чуть-чуть какую-то модернизацию и улучшение на этих автосборочных предприятиях? Мы считаем, что в этом большая коррупция, эти деньги были в большей части украдены, и мы считаем, что итогом вообще работы этой комиссии должно было стать заведение новых уголовных дел. И, конечно, они вот все этого боятся, потому что все министерства подписывали эти проекты, конкретные чиновники, и они понимают, что если они сейчас не будут до конца стоять, если будут возбуждены уголовные дела, то в первую очередь они и попадут. И сегодня они ведут себя так нагло. Я им напомню, что был также вице-министр экологии, который сейчас сидит, тот же директор РОП, который точно так же нагло с нами разговаривал и защищал утилизбор. Где они сейчас? Поэтому об этом нужно всегда помнить. Что можно было еще сделать на эти исчезнувшие деньги? У нас в очереди на жилье по госпрограммам среди социально уязвимых категорий населения сидят многодетные семьи. 51 тысяча в очереди. У нас в очереди стоят 10 тысяч инвалидов первой и второй группы, 7 тысяч семей, имеющих детей с инвалидностью, 2 тысячи детей сирот, итого 70 тысяч. Если поделить 2,5 триллиона тенге на 70 тысяч людей, это по 35 миллионов на семью. Можно было их всех разом обеспечить жильем, понимаете, снять. Вообще вопрос в стране такой важный. Но где деньги? Для народа ничего не сделали. И для страны ничего не сделали. А собрали в основном с казахстанцев. Почему мы должны тратить такие суммы на частный автопром? Вот скажите мне, почему? А правительство не может ответить? Они говорят, мы поддерживаем свою промышленность. Это частное производство, частный автопром. Пусть на условиях рынка берут кредиты. Если они не могут, тогда и не надо. Зачем они прикрываются? Правительство давно запуталось, где есть чей карман. Где свой, где народа, а где частных олигархов. Я не буду приводить снова те тезисы по цифрам, как устаревал автопарк, что он дошел до 22 лет. Да? Мы это все уже озвучивали много раз у нас. Обстоятельные доклады, аналитика, экспертные заключения по издержкам экономики.
Размеры утилизационного и регистрационного сбора в Казахстане крайне завышены. Это доказывается отраслевыми экспертизами. Необходимо снизить заградительный барьер путем снижения утилизбора до 150 тысяч тенге на легковой автомобиль. Наши расчеты показали, что утилизбор по ставке, к примеру, до 200 тысяч тенге может обеспечить массовое обновление автопарка по 350 тысяч автомобилей ежегодно. И 200 тысяч старых авто будут выкупаться. По стоимости утилизации все экспертные заключения представлены. Освобождение от НДС 12% и пошлин 15%, итого 27%, это является достаточным стоимостным преимуществом для автопроизводителей в Казахстане, с которым, в принципе, можно развивать автопроизводство и умерить совокупную наценку автомоторной группы. Отмена утилизбора на сельхозтехнику приведет к постепенной нормализации свободного выбора техники и остановит процесс примитивизации в казахстанском агросекторе. И я хотел вкратце отреагировать на то, как вообще сегодня прошло заседание. Вот представитель Министерства промышленности, который вообще-то вместе с нами когда-то боролся за утилизбор, Адильбек, как его? Бектебаев. Получил назначение Министерства промышленности и выступил сегодня вообще с лжеэкспертизой и сказал, мы сделали так, чтобы гражданам завозить автомобиль было невыгодно, чтобы завозили юридические лица. А почему правительство делает так, чтобы казахстанцу было завозить невыгодно? Почему вы нарушаете права казахстанцев на возможность завести автомобиль? Ведь те страны, Россия, Беларусь, на которые они ссылаются, они не нарушают это право. Каждый россиянин или белорус может привезти себе автомобиль по льготной ставке утилизбора от 18 тысяч тенге в России до 40 тысяч тенге, а в Беларуси до 80 тысяч тенге. Ну почему тогда такое право не дать нашим казахстанцам? Зачем такое делать? Вице-министр экологии начал про ТБО, многомиллиардные проекты, с которыми у нас очень много вопросов, сортировка отходов и прочее. И не сказал сути. По мнению вице-министра сельского хозяйства, оказывается, утилизбор на сельхозтехнику не приводит к увеличению стоимости сельхозтехники. Вот на комбайн 15 миллионов там утилизбор, однако это никак не увеличивает стоимость сельхозтехники. Очень глупо. И не влияет на цены на продукты питания. Оказывается, по мнению вот вице-министра сельского хозяйства, у нас за последние годы цены на ключевые продукты питания не росли. Да? То есть утилизбор никак на это не повлиял. Представитель нацэкономики говорит, что автопром улучшил индекс промышленного производства. Да, раньше автопром завозил 70 тысяч автомобилей в машкомплектах, и индекс производства был один. Сейчас завозят 140 тысяч автомобилей, в два раза больше. Конечно, индекс увеличится. Да? В следующем году завезут 200 тысяч автомобилей в машкомплектах, он еще увеличится. А что толку? Ведь деньги эти за машкомплекты точно так же уходят за рубеж, как и казахстанцы поехали и привезли себе автомобиль. В первую очередь, самое важное нарушение, что петиция не была рассмотрена по существу. То есть мы требовали отмены утилизбора и первичной регистрации. Первичную регистрацию вообще никто не рассматривал, ее забыли. То есть там нам показывали заводы, говорили какие-то факты, касающиеся утилизбора. Первичная регистрация выпала. То есть полнота рассмотрения петиции не была рассмотрена. Кроме тех нарушений, которых уже сказал Санжар, я также хочу добавить, что согласно законам, согласно АППК, должны быть рассмотрены комментарии к петиции. Если вы помните, петицию подписало 5125 человек, прокомментировало более 4000 человек. Если вы сейчас зайдете на сайт ePetition, практически 99%, 99,9% комментариев, которые против утилизбора и первичной регистрации. То есть вот эти комментарии никак не рассматривались ни на одной рабочей группе. В связи с чем наше движение, наш актив, планируем после получения решения министерства обжаловать уже в судебном порядке. То, что касается судебных дел, также хочу пояснить и проинформировать. Как вы знаете, мы получили решение Верховного суда о том, чтобы нам предоставить информацию о локализации, о которой сегодня вот на заседании говорил Вадим Яковлевич. Информацию они скрывают до последнего. Решение Верховного суда вышло в апреле, сейчас уже июль. До сих пор информацию не предоставляют. Они два раза пытались обжаловать. Оба решения в первой инстанции, второй инстанции они проиграли. Все, теперь они вынуждены исполнять. На прошлой неделе мы подали заявление об исполнительном производстве, о принудительном исполнительном производстве. Что это значит? Это значит, что в том случае, если министерство дальше продолжит не исполнять,
у него уже наступает уголовная ответственность за неисполнение решения суда. Никакого либо здравого аргумента, чтобы не предоставить данные по локализации, кроме того, что это коммерческая тайна, у них нет. Корень проблемы всего этого – это все-таки обман и подмена понятий. У нас утилизационный сбор, он должен быть только для утилизации. А сбор за первичную регистрацию – это обычный сбор за переоформление. Это вот как госпошлина за получение удостоверения личности. Вот так у нас должно быть. Все это началось с обмана. И дальше вот продолжается. Теперь у нас Министерство промышленности уже открыто говорит, уже не стесняется, говорит, что утильсбор – это заградительная норма, чтобы развивать наш автопром. Без утильсбора автопром, получается, не выживет. И для чего это нужно? Для того, чтобы цены на автомобили из других стран были дороже, чем у нашего автопрома. Чтобы автопром мог продавать свой автотранспорт, сельхозтехнику дороже. Второе. Вот в 2022 году на сайте Министерства индустрии тогда была информация, что средняя доля локализации по автотранспорту 33%, по некоторым моделям до 50%. Мы решили запросить эту информацию у Министерства индустрии, они нам отказали, и только в 2024 году мы получили положительное решение Верховного суда, о чем говорил Салтанат. И они до сих пор нам не дают. Почему они не дают эту информацию? Это просто доля локализации в расшифровке. То есть если бы это было правда, я думаю, не было проблем предоставить эту информацию. Почему мы вообще прям настойчиво запрашиваем эту информацию? Вот есть такое мнение, вот одна модель, допустим, производство 100 тысяч автомобилей, да? Локализация 10%. Вторая модель, они вручную там собирают, 10 автомобилей в год собрали, локализация 50%. 10%, то есть 50% делим на 2, получается 30%. Вот у нас, нам интересно, они так посчитали свою среднюю локализацию? Просто 10 плюс 50 разделили на 2, получилось 30%. А нужно правильно считать, нужно, чтобы считать именно количество каждой модели. И тогда вот эти 10 автомобилей с локализацией 50%, они по математическим правилам, они вообще растворяются. И тогда получится у нас средняя локализация не 33%, а всего лишь 10%. Именно для этого мы просто, дайте нам в расшифровке по количеству автомобилей. Но они эту информацию не предоставляют. Мы считаем, что это, опять же, им, значит, есть что скрывать. Третье. Они вот президента, депутатов, представителей СМИ возят на экскурсию по своим автосборочным заводам. Они показывают свою сборку, где происходит покраска, сварка кузова, да? Но при этом они не говорят, что это всего лишь маленькая доля из всех собранных автомобилей. Потому что такая мелкоузловая сборка, если посчитать за 2018-2021 года, это составляло всего лишь 2%. В прошлом году это было менее 10%. То есть всем показывают от 2 до 10% собранных автомобилей. Значит, все остальные 90-98% это крупноузловая сборка, это законное прикручивание колес. То есть они тем самым вводят, опять же, всех в заблуждение. Вот мы, допустим, против утильсбора, приходим на завод, а думаем, наверное, производство. Но на самом деле это же всего лишь маленькая доля от всех собранных автомобилей. Они же нам не показывают, как они прикручивают колеса. А теперь давайте рассмотрим пример по автомобилю Hyundai Elantra. Hyundai Elantra у нас собирает Hyundai Trans-Kazakhstan, и стоимость его около 12 миллионов тенге. Аналог этого автомобиля в Южной Корее называется Hyundai Avanza. Он там стоит новый. Он там стоит около 7,5 миллиона тенге. Пусть дорогая Hyundai Elantra. Теперь у меня есть 7,5 миллиона тенге. Я не могу купить новую Hyundai Elantra. Я хочу купить БУ Toyota Corolla 2020 года. Из Америки хочу привезти. Она там стоит, если в тенге перевести, 3 миллиона 600 тысяч тенге. Если я заплачу таможенные пошлины, НДС, оплачу доставку с Америки, это будет еще плюс 3 миллиона 600 тысяч. В общем, она мне обойдется 7 миллионов 200 тысяч тенге. Дайте мне купить этот автомобиль за 7 миллионов 200 тысяч тенге. Но опять же, Министерство промышленности своим утильсбором и сбором за первичную регистрацию заставляет мне еще их оплачивать. Это еще сумма выходит 2 миллиона 400 тысяч тенге. Итого мне автомобиль обходится уже 9 миллионов 600 тысяч тенге. То есть не дают нам автомобиль новый, по хорошей, за 7,5 миллионов тенге, не дают нам покупать автомобиль 2020 года Toyota Corolla, заставляют нас платить утилизационный сбор. И вот здесь прямая выгода всего автопрома. И получается, Министерство промышленности заставляет таких, как я, лезть в кабалу, лезть в кредит и покупать новые автомобили. Потому что у меня же нет 12 миллионов тенге, у меня есть только 7,5 миллиона тенге. То есть получается, и сейчас у нас все население закредитовано. То есть берут эти
в кредит, а еще хуже, они даже берут еще и китайские машины в кредит. И при всем при этом, когда я завожу Toyota Corolla из Америки, без утильсбора, без сбора за первичную регистрацию, я всего оплачиваю около 1 000 000 тенге налогов, таможенных пошлин. Автопром ничего не оплачивает. Когда я завожу его со всем, с утильсбором, с первичной регистрацией, и когда мне этот автомобиль обходится в 9 600 000 тенге, я всего оплачиваю почти 3,5 миллиона тенге в счет государства. Автопром ничего не оплачивает. И поэтому мы просим снизить утилизационный сбор, отменить сбор за первичную регистрацию, чтобы хотя бы не старше 5 лет, чтобы хотя бы, допустим, 2020 года мы автомобиль завезли и оплатили уже не 1 800 000 тенге, а там 1 000 тенге просто за переоформление этого автомобиля. В контексте вот сказанного Великом, вы попросите автопром предоставить структуру ценообразования. Окей, покажите, если вы такие открытые, готовы нам показывать производство свое. Вы покажите, почем вы покупаете машины комплекты, во сколько вам обходится там слить жидкости, снять двигатель, потом сюда повезти это, снова поставить двигатель, залить жидкости, и сколько у вас цена накрутки. Вы увидите, что там маржа 40-50% за счет вот этих вот заградительных мер, да? Они никогда вам не покажут вот ценообразование. Они боятся, потому что мы увидим, что часть денег остается за рубежом. Это очень классная такая схема при покупке машинокомплектов, за них там разборку и сборку, заодно оставлять больше денег сразу за рубежом. Поэтому агентство по финансовому мониторингу. Вот если бы у нас действительно был новый Казахстан, да, то вот эти схемы, они бы давно закончились. Потому что АФМ, другие финрегуляторы, они бы это увидели, что огромные суммы денег просто выводятся в рамках закупки вот этих машинокомплектов. И если они действительно, автопром наш, готов открыть, пусть раскроют. Это еще одна болевая тема, которую они обходят, пытаются и никогда нам не отвечают. То вот он себя, наверное, воспринимает теперь не просто как отдельный человек, а он, по сути, выполняет поручение тех десятков тысяч людей, которые подписали эту петицию. Он за это несет ответственность, и он должен дать этим людям внятное объяснение своей позиции, почему не пришли, как он оценивает позицию вот уполномоченного органа. То есть это первое, значит, схема была незаконна. Второе, утилизационные сборы. Вопрос сразу прямой, откуда вы их взяли, утилизационные? Допустим, надо, утилизация нужна, никто не спорит, там экология, пятое, десятое. Но утилизация должна быть и расходы на нее адекватно самому этому процессу. И как один чиновник выразился, я до конца буду бороться за данную схему автопрома в стране, я его понимаю прекрасно, цифры серьезные. Поэтому нужно глубокое расследование антикора. Оно было, и расследование вышло на стадию возбуждения уголовных дел, потому что пока это уголовное дело невозможно, наряд информации не могут не давать, и они ее не давали. И когда вышло на эту стадию, оно почему-то остановилось. Сегодня министр экологии заявлял о экологических проблемах. Я сама, человек более 7 лет, занимающийся вопросами переработки мусора. Я, как вам до этого уже говорила, представитель той отрасли, которая является непосредственно выгодоприобретателем. Я абсолютно согласна со всеми тезисами министра, что экология у нас плохая, что полигоны горят, какой-то вред наносит всем людям, гражданам, что мы за чистый воздух, за чистую воду, за чистую землю. Тезисы абсолютно все правильные, все экологи поддерживают. Я думаю, что ни один человек в Казахстане не скажет, что это неверно. Но я прошу учесть три важных факта, да, вот то, что происходит с утилизационным сбором. Утилизационный сбор введен для целей экологии и работает уже 8 лет. До 2022 года у нас уже есть уголовные дела, завершенные, люди за них сидят. Было осудили председателя правления, членов правления и вице-министра Примкула. И им вменен ущерб 28 миллиардов тенге хищения в части утилизационного сбора. То есть до 2022 года государство признало вот этими уголовными делами, что деньги были украдены. Экологических целей, которые утилизационный сбор преследовал до 2022 года, не достигли. Улучшения состояния экологии мы не видим. С 2022 года по 2024 год, 2 года, Министерство экологии говорит, что мы там углубили глубину переработки и так далее. С 2022 года, почти более 2 лет, сбор отрасли сбора переработки отходов не получила ни одного тенге из Росгаздрава. Более 200 компаний, сборщиков в Казахстане закрылись и обанкротились.
Это вот данные, если вы, например, возьмете систему EcoTal на 22 год, посмотрите, там 229 компаний зарегистрированы в системе субсидирования. И сейчас зарегистрировано всего там буквально 8-9 сборщиков. Вы понимаете, на какое количество практически обанкротилась отрасль, просела? Здесь нельзя говорить, что с 22 года по 24 Министерство экологии благодаря утилизационному сбору достигло каких-то экологических целей. Ноль результатов. Если у нас до 22 года минус 28 миллиардов, это убытки по этому направлению, 22-24 ноль, теперь хорошая презентация министра о том, что мы планируем тратить. Да. То есть все оправдание экологической части утилизационного сбора заключается в будущих проектах. То есть они планируют потратить 200 миллиардов тенге на проекты по переработке. И говорят, мы купим там столько-то мусоровозов, построим столько-то сортировочных линий. А более 7 миллиардов тенге мы отдадим через систему EcoTal. Вот даже нереально 7 миллиардов тенге, 8 компаний, как это вот возможно распределить? Да, это слишком много. То есть даже нет отрасли уже, да, в которую эти деньги можно отдавать. Теперь то, что касается 200 миллиардов тенге. Я сама через ФРП подавала заявку на эту программу. Ну, чтобы вы понимали, да, что такое 200 миллиардов тенге, которые в отрасли идут. И, например, вот подаю заявку и говорю, я хочу купить мусоровоз. Или хочу купить сортировочную линию. И описываю там, на что я потрачу деньги. Теперь смотрите, я делала анализ более 2 лет назад. Я хотела купить мусоровозы. И мусоровозы, которые покупаются через ФРП, они только покупаются у отечественных производителей. И я на тот момент брала коммерческое предложение, мусоровоз у отечественных производителей на базе КАМАЗа стоил 60 миллионов тенге. А в то же время я на рынке обычно, да, вот была переговорка с турками, там местными поставщиками, да, перекупщиками, как их говорят, 35 миллионов тенге. То есть, вы понимаете, да, то есть, если я беру деньги через ФРП под 3% лизинг, я могу купить только за 60 миллионов. А если я хочу сэкономить, как нормально предприниматель, хорошую технику купить, которая не будет ломаться, и дальше удешевить свою себестоимость, то я не могу. То есть нас всех, вот в этих 200 миллиардов, вы имеете в виду, что это опять сидит отечественный автопром, который все равно заставит купить у них, потому что у ФРП нет возможности, ты не можешь купить с рынка, ты должен купить только у тех, кого они поддерживают. То есть проекты есть, но, может быть, они столько не стоят. И там все идет, какие-то свои интересы, завышение цель, и такие механизмы, которые невозможно пройти вот мимо, да, автопрома. Также с автобусами. Да. Ну вот я про автобусы не буду говорить, я говорю конкретно про те проекты, на которые я сама подаю, через условия, которые я знаю, по которым я планирую финансироваться. И с покупкой автобусов, как вы знаете, они говорили, нам необходимо развивать пассажирский транспорт. Мы будем на эти деньги покупать автобусы у кого? Опять Лаврентьева команда. Мы будем обновлять сельхозтехнику. Опять у кого покупать? Опять у Лаврентьева. То есть, помимо тех денег, еще весь этот поток должен все равно быть направлен на одних и тех же олигархов. Да, я извиняюсь, я хотела по цифрам речь у вас понять. Сегодня Министерство экологии дало, если вы в прямом эфире видели, классную вот эту расшифровку. Типа все понятно, куда мы деваем эти сборы. Там какая-то сумма, которую автопром заплатил, я не помню, 220 или сколько миллиардов от них поступило, и им обратно же вернулось. Потом они сказали, 180 миллиардов мы отдали на лизинг, да, там, сельхозтехники, еще чего-то. Это тоже мы в уме, да, предполагаем, что это идет в автопром. Потом 200 миллиардов это идет на поддержку переработки мусора. Тоже в уме имеем, что тоже в частности на автопром. И только 7 миллиардов денег идет непосредственно через систему EcoTal. Теперь смотрите, получается, что вот если не брать те деньги, которые автопром внес и автопром вернул, вот у нас 180 миллиардов, да, 200 миллиардов и 7 миллиардов. Это около 380-400 миллиардов тенге, которые собраны с людей, которые везли машины. То есть автопром то, что свое вез и ну, забрал, это мы не считаем. То есть 400 миллиардов. А они давали данные и показатели, что со всех других платежков этих сборов, да, там за упаковку и так далее, они собрали всего 27 миллиардов тенге. То есть получается, по идее, логика РОПа какая? То есть сбор за упаковку 27 миллиардов тенге, значит 27 миллиардов тенге мы отдаем отрасли сбора и переработки. Должна быть равная. А получается, что у нас вот эта сумма, которую собрали, 400 миллиардов, она практически вся идет на якобы лизинг техники определенной и на отрасли сбора переработки, которая также будет покупать технику. То есть они лукавят, когда говорят, что мы не получаем деньги от этих сборов. Они косвенно получают в товаре, в той разнице, 30 миллионов или 20 миллионов за каждую там спецтехнику. Эта петиция и вот эти 2 месяца в
фактически стали экзаменом для правительства. Да? Мы увидели многое, мы не могли до этого добиться ничего от них, а тут мы заставили все правительство фактически, да, отдуваться. Делали это крайне непрофессионально они. Мы увидели уровень наших чиновников, поэтому тут есть положительные моменты. И мы хотим особо отметить, что наши требования движения «Нет пути к сбору» будут следующими. Первое. Мы требуем провести публичный формат обсуждений заново, как это должно быть, как прописано в АППК. И пусть выступит лично Шалопаев. Посмотрим, насколько он сильный специалист по промышленности. Второе. Мы требуем отставки этого правительства, которое не смогло по существу элементарно рассмотреть петицию, подписанную гражданами Казахстана. 50 тысяч человек за 11 дней, да, подписали бы еще больше. Это самая настоящая народная петиция. И еще петиция по возврату времени. Вот две народные петиции, которые должны были быть примером того, как власть заинтересована включать гражданское общество в процесс обсуждения, участия в принятии решений. Но власть побоялась, наоборот, отказала для того, чтобы казахстанцы, чтобы общество, да, сильно там не поверило в себя, а то сейчас начнут еще дальше там требовать. Да? Поэтому сонтаминана бектенов мырзатаады қазақшылап айтайын. Мен осы үкіметті толығымен отставка кетуін сұраймын. Өйткені мен бүгін тағы да айтып кетейін, бірде бір шенеуніктің аузынан халық деген сөзді естіген емеспін. Не болмаса біздің қоғам деген сөзді естіген емеспін. Они выключили общество, забыли про народ. Ни слова о народе. Вот как будто они живут в своем мире. У них и цены не растут, у них инфляции нет, у них все отлично, у них все прекрасно. Они живут в своем хабаре. Так нельзя закрыться за высоким забором и вот такие вещи говорить народу. Поэтому в ближайшее время мы будем подавать уведомления в акиматы на проведение митингов. Мы действовали в течение всего этого времени в рамках закона. Мы и дальше будем действовать в рамках закона. Я знаю, нам будут отказывать. Вы помните, в 2022 году нам отказывали 9 раз. Мы подавали 9 раз, и на 10 раз нам дали провести. Мы будем подавать хоть 50 раз. Мы будем подавать каждый день. Мы проведем свой митинг. Мы будем отстаивать свои права законными, всеми законными методами. Спасибо. Спасибо.